Да вовремя. Конечно, нужно, конечно. Вовремя, пора уже. Замерзли уже? Начинаем подмерзать старые. А как греетесь, чем спасаетесь? Ну, обогреватель, вообще обогреватель так. Ну и окна не так сильно открываем часто. Ну, мне хватает нормально, у меня дом теплый, утепленный. А кому не надо, нет, ну так это дорого ведь все это самое. Я считаю, еще и рановато, еще тепло октябрь хороший обычно. Ну, я считаю, ну... Замерзли? Да не то, что замерзли, влажность высокая. Пожалуй, еще немного рановато. Почему? Не замерзли? Нет, достаточно тепло. Ну, все зависит будет от погоды, какие будут ночные температуры. Ну, а вы пока не замерзли? Нет, у нас тепло. Думаю, надо, уже все замерзли. Как греетесь? Феном. В общежитии только феном.